Электронная медицинская карта – это не самоцель, а основная задача, чтобы уже в современном 21 веке мы упрощали работу и уменьшали бумажный вот этот документооборот, которым ну, так хорошо загружены наши врачи. И это отнимает очень много рабочего времени, поэтому и потеря карточек, и хождение с карточками, и, в общем, это тема, мы надеемся, с внедрением полностью электронной медицинской карты, она уйдет с повестки дня. Мы активно занимаемся описанием самих процессов, смотрим опыт, успешный опыт реализации в коммерческих и в государственных различных клиниках и обобщаем это все и в ближайшее время представим утвержденные процессы. Я думаю, в течение апреля-мая мы разработаем все необходимые процессы, касающиеся и приемного отделения стационара, и внутри стационара, и, соответственно, реанимации и операционной части. После описания процессов пойдет процесс автоматизации. Я надеюсь, что к концу года у нас получится по стационару тоже достаточно интересная картина по пилоту, по вот этим двум отделениям. После чего мы, опробовав, получив обратную связь, сделаем доработки и перейдем к тиражированию в 2016 году на другие отделения.